В центре Люберец прошел митинг, посвященный 37-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Участвовали представители администрации, депутаты, члены общественных организаций, молодежь. У памятного знака, установленного на Куракинской улице, в полдень стали собираться люди. Алексей Майоров попал в Чернобыль в октябре 86-го и проработал в зоне отчуждения 2 месяца. Пол первого ночи принесли повестку. Явиться к 8 утра с военкомата. И все, прошел комиссию, и все, забрали туда. Сначала, как говорится, трубы мыли. Начиная от маленьких, кончая большими, а потом попал химиком работать. Ходил с прибором, проверял всех остальных на зараженности. Память тех, кто не дожил до сегодняшних дней, почтили минуты молчания и возложили цветы. В почетном карауле ученики кадетской школы. Сегодня, как никогда, патриотическое воспитание стоит во главе угла, безусловно. Каждый год в эти дни мы встречаемся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, и ребята задают вопросы, а эти герои рассказывают действительно о тех событиях. И очень важно, чтобы такое больше никогда не повторилось. В борьбе с последствиями Чернобыльской катастрофы участвовали более 500 люберчан. Сегодня в округе проживают 250 ликвидаторов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.